Доброго вечера, мы из Украины. Итак, друзья, сегодня я вам расскажу о том, как же не покупать iCloud хранилище Apple на ваших iOS устройствах, как сэкономить это место, чтобы ваши 5 гигабайт вам хватало бесплатных, а не покупали вы там на 50, на 200 гигабайт или вообще на терабайт. Досмотрите видео до конца, и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, я сам пользовался больше года, может даже года два, тем, что покупал себе 50 гигабайт хранилища за $1 в месяц. И по итогу я подметил, что я даже до 4 гигов не дохожу со своими-то заполнениями и так далее. Просто, что нужно для этого, чтобы не покупать вообще, то есть вам нужен ПК, чтобы вы могли через iTunes установить себе резервную копию, то есть подключайте ваше устройство, делайте резервную копию именно на ПК, не в iCloud. И давайте я же вам покажу, как же сменить план хранилища с того, которого вы купили, на бесплатный обратно. Если вам нужно сменить план хранилища на бесплатный, тот, который у вас был изначально, что вам нужно? Переходите в настроечки, вот самый верхний пункт выбираете. Сюда нажимаете на iCloud, вот, переходите в управление хранилищем. После этого нажимаете «Сменить план хранилища». Можете опуститься вниз, посмотреть, там ничего такого нет. «Сменить план хранилища». Вот здесь выбираете «Уменьшить объем» сюда. И вот видите, у вас здесь будет стоять отметочка на 50, тогда, когда у вас будут сниматься автоматически деньги. Она у меня уже истекает, поскольку я отменил. Нажимаем на бесплатный 5 и все. И нажимаете готово, она у вас будет активна. После этого все. Если у вас, допустим, вот как у меня сегодня там 4 февраля, но у меня до 19 февраля будет доступно 50 гигабайт хранилища. Все, после этого вы отменили. Как понимаете, что 19 числа у меня уже будет 5 гигабайт. Вот и все, друзья, сами все видели, в принципе. А как же сделать так, чтобы ваши альбомы, те, которые вы храните на вашем устройстве, не занимали ваше пространство, а именно было в бесплатном хранилище iCloud, то, которое Apple дает, но она об этом не озвучивает. Что вам для этого нужно? Вам нужно зайти в настройки, опуститься ниже, найти раздел фото. Опускаетесь ниже. И вам нужно активировать вот общие альбомы. Как только вы это активировали, теперь можно перейти в раздел фото. Вот. Когда вы переходите в общие альбомы, вот здесь нажимаете править, добавить альбом. Ну и все, даете ему назначение, там какое-то название, неважно. Кому тоже неважно. Все, теперь этот альбом создан. Вы можете здесь добавлять фото. До 5000 в каждом из альбомов. Фото, видео вы можете выгружать, и это не будет занимать на вашем устройстве место. Вот и все. Все, что вам было необходимо знать, просто создавайте общие альбомы, делайте резервную копию на ПК, в iTunes, и все. И этого более чем достаточно, чтобы вы понимали, как с этим работать. И вам не нужно покупать дополнительное хранилище. Самое большое, что занимает ваша резервная копия, это прошивка с вашими данными. Все. Вот это, в принципе, основное. По приложениям и по фото. Все. То есть сама прошивка и фото. А остальное там мелочи занимает. Ну что, друзья, я думаю, ответил на ваши вопросы. Подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии, прочекайте все ссылки, которые находятся в описании под видео и в закрепленном комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.